кто наверху сидит? Высоко далеко. Глядит. Далеко, глядит, да, высоко сидит, сидит, далеко глядит. Спускайся, малявка. Лейла, мы спускайся к тебе. С вкусняшкой. У нас еще... Давай, давай, давай. Урожай, урожай. О-хо, давай, Лейла, смотри. Давай. Давай, давай, смотри. Ты видела, эй, черешенка покатилась? Лейла. И посмотри, какая. О, она смотрит, как там плюхи-плюхи. Плюхи-плюхи, медведь давай в поилке. Давай, Лейлочка, давай, спускайся. Как тебя спустить? Эй! Ну погоди, она не это, не реагирует. Лейла, черешня превосходная, шикарная. Дождалась вообще, я не знаю, мне кажется, моя черешня решила тебя угощать все лето. Уже у нас вторая половина июля, давай, а я сегодня собрала еще черешенку с дерева. Какая вкусная. Окинь ей наверх, ну как? Через крышу. Ой, через крышу. Через крышу тебе? Да. Опа. Лейла, спускайся. Вот. Видела? Да, что-то покатилось. Кидай еще. Кидай еще. Сейчас. Кидай. Ку-ку. Кидай, кидай, кидай. Да. Опа такая. Опа. Давай, давай. Оп, оп. Как еще тебя как заинтересовать? Как ты будешь спускаться? Давай, Лейла. Как залезла, так и спускайся. Кидай, кидай, кидай. Я кидаю сейчас. Осталось же что-то. Давай. Вот такая черешня вон падает. Угу. Давай, давай, давай. Спускайся. Ох, смотри, как же слезть, да? А хочется ягодок же, давай. Хочется, хочется. Спускайся. Давай, давай. Ой, не могу, Малюська. Смешная. Смешная. Ну, вот там лучше, да, наверное. Нет? Ты перекинула. Ой-ой-ой. Ты соседним медведем закинула. Ой, кому-то повезет еще, скажи, да? Вон у тебя. Ку-ку. Ку-ку. Лейла, я сейчас все так выкину ягодки. Ну выкидывай давай все. Спускайся. Я не могу, такая классная. Ку-ку. Лейла. Эй, кукусики. Ку-ку. Смотри, сколько ягодок там. Давай. Эй, как слезть? Как слезть-то теперь не знаю. Что делать? Ой-ой-ой-ой. Все, закончилась черешня. Все, Лейла, ну спускайся. Ку-ку! Ку-ку! Ай, канат грызет. Интересная, да, скажи там. Да? Штука, канатик. Канат, говори, я грызу. Вот это да! Давай на кукурузу тебя заманим. Я не знаю, как тебя еще спустить. Ну, Лейла, спускайся. Так, Лейла. Лейла. Эй, ой-ой-ой. Куда ты там пошла? Смотри. Смотри, какая штука. Наверх ей, если. Ой. Давай вот сюда, вот спускайся вниз. Вот сюда. Смотри. Смотри, вот она. Конечно, Лапкой. Тетя, дай, дай мне наверх. Давай, сюда, спускайся. Дай. А что ж? Давай, давай. Залезь, залезла. Хитрая медвежка. Давай. Несешь там на полочке будешь жить. Говори, мне тут подходит. Мне тут подходит. Да что ж такое? Не могу достать. Угу. Лейла. Может, там спустится? Может. Нет, нет, не может. Вот, смотри, вот кукурузка, смотри. Смотри, вот она. Висит тут. Спускайся. А это кто? Спускайся. Медвежонок. Ой, какая лапочка. Давай. Медвежонок. Маленький. Медвежонок? Ага. Он хороший? Хороший. Да. Это девочка. Ну что, спускаться будешь, хулиганка? Ты же за кашей спустилась-то на раз-два.
Это ж не каша, скажи, это кукуруза. Где она? Ой, вот. Зайчик. Тихонечко. Давай. Опа. Куда ей наверх? Сейчас попробую дотянуться. Другой стороной возьми. Ага. Чтоб не выскользнула так крепко. Ну, тяни давай. Тяни. Цепляй зубами. Давай, давай, давай. Вот, вот молодец. Вот, молодец. Вот так. Вот. Вот это, говори, я поймала рыбу. Вот это класс. Да, Лейла? Ну, только ты ж там так... Она не слезет. Все? Не. Ребенок занят. Так, сейчас мы попробуем подкрасться к Лейле. Поближе хотя бы. Так вот. О, как красиво. Нам отсюда так не видно. Друзья, зрители, вам повезло, вы видите вам лучше, везет чем больше, чем нам, да. Да. Ой. Смотрите, как медвежка кукурузку разворачивает. Есть чем заняться ребенку. А то вот это залезло, высоко сижу, далеко гляжу. Да? Ой, ты сладкая такая. Солнце светит, ничего не вижу. Только осторожней, чтобы ну, кто-то лапами тут, конечно, не решил, как сказать, поиграться с такой игрушкой. Но вроде кукуруза интересней, вроде чем телефон. Да. Вроде да. Ты видишь, что там в телефоне? Да, видно. Сейчас нос подняла, не видно. Ну, понятно. Так. Отсюда чуть-чуть. Вот она, красавица. Где еще так рассмотришь? Стою вот. Так, Лейла. Носом своим вот это. Так, так, так. Нет, нет, нет. Ох, интересно. Вот это вот самое интересное в этом процессе, когда снимают кожуру эту. Развернуть, да. Это же надо. Как вкусно и интересно. Так, ну да, снизу, конечно, тут. А ты вот сними и покажи, как мы видим снизу. Да, сейчас я минутку достану. Так. Смотрите, стоит Настя, вон селфи-палка, и мы вот так вот. Тут наблюдаем все отсюда. Посмотрите, нам ничего не видно. Вот, да, пол медведя видно и пол кукурузы. Видно все прекрасно, лучше, чем нам. Так что мы смотрим отсюда. Ой, ну, правда, пытаемся вот это вот. Рыбалка снять у нас такая. Кадры, да. Смотрите, на удочку рыбачим их, как сказать, вылавливаем классные кадры. Так, так, так. Не надо интересоваться телефоном. Ой, сейчас уронит. Провалится. Нет? Ну да, сейчас она провалится. Может, она слезет. Может, слезет. Опа. Все, бух. Опа. Давай слазь теперь. Нет, там уже ничего нет, Лейла. Давай, давай, слазь вниз, там черешенка и кукурузочка. Есть чем, как говорится, поживиться? Угощение хорошее. Ну, надо вначале разорвать все. Чтоб все упало, да, окончательно. Убедиться, что там ничего не осталось. Да, Лейла? Давай, кукурузка внизу. Ай, солнце прямо в глаз. Пупсик, слезай.
любитель верхолазания. Наверное, медвежата все любят повыше да. залезть. По крайней мере, те, которых мы знаем. Ну, дети. Дети. Надо везде залезть, везде все исследовать. Ой ты. Так, так. Ловит эти волосинки кукурузные. Волосинки, ага. Волосюшки эти. Все, улетели волосюшки. Лейла, спускайся. Уже шея устала на тебя смотреть там. Прошло 2 часа. Ничем не заманишь. Ну подождем, может слезет сейчас. Медведь. Лейла. Огрез будешь? Медведь. Эй, медведь. Открывай. Ой, как там? Сова, открывай. Сова. Медведь пришел. Лейла. Лейла. Медведь. Огурчик. Суровый медведь. Нет? Вон он, смотри, вон внизу он там. Хитрый огурчик не хочет к тебе туда наверх. Он говорит, Лейла, спускайся, я здесь. Нет, нет, нет. Давай, давай, не надо лапкой. Давай, спускайся. Огурчик плачет и говорит, приходи скорее. Не одиноко. Лейла, Лейла. Смотри, огурчик скучает. Лейла, у меня есть скучает. Магнатульки есть от кукурузы. Лейла, огурчик не там, он внизу плачет. Что-то увидела. Что там? Не знаю. Спускайся, огурчик. Вот верхолазка ты, скалолазка, да? Альпинистка. Ага. И просто красавица. А огурчик вкусный. Ням-ням-ням. Давай, спускайся. Будем огурцы хомячить вместе. Давай, давай. Дай, дай. Лейла. Вот он там плачет, внизу. Ну, зовет тебя. Его туда. Да. Спускайся. Нет. Спускайся. Ну, подождем. 5 часов. А вот и спускается кто-то. Наконец-то. Не прошло и 3 года. Все, побежала. Все, черешенку собирать. Давай, иди черешенку собирать. Вот. Опа, сейчас мы дотянемся до Лейлы. Вот совсем же другое дело. Да. Все, вкусная черешенка. Чего вот это наверху столько сидела? Угу. Все, теперь надолго занята сбором ягод. Урожая. Сладенькая черешня просто вообще, я не знаю, она какая-то у тебя. Она с каждым урожаем все слаще и слаще. Чем позднее собираешь, тем она как-то слаще. Лейла всю черешенку сейчас подберет. Угу, попылесосит хорошо, ну, в доме, да. Чтоб чисто было, скажи. Сейчас и до кукурузки доберется. Уходит в сторону.